Так, ребята, кто-нибудь другой, пожалуйста, с той стороны. Батух мамалёк. Ты усел так, а стакан уже торгует. Я подошел из лагеря, увидел, когда уже... Снимайте. Вот тараканы по полу. Вообще требования эти, определять, подавать изменения в суд. Произошел конфликт, его нужно выяснить. А если у фирмы есть право какие-то предъявлять претензии, то фирма обращается на нас. Ну тогда, если будет судебное решение о том, что наши дети сейчас не законны, мы его подчинимся. Так вот, нет никаких документов, подтверждающих, что строительство должно быть именно здесь. Есть генеральный план. Где? Генеральный план для служебного пользования, он закрыт. Мы не можем, мы его скорость с ним подтвердить. Если вам было данное решение, то знаете больше лучше. Я единственное, что хочу вам напомнить, что эти люди ребята моим уже помогают. Ваша главная обязанность заключается в том, чтобы охранять требования, которые вы выполняете. Охранять общественный порядок. Если вы нарушаете, мы находимся в банке. Вы кидаете под колеса тех. Это ваша обязанность. Поскольку милиция не выполняет эту обязанность, вы согласны по праву, что это не самое дорогое. Я могу сказать, что это не так. Именно это достаточно показание, как это подтверждается, что мы будем какие-то недостатки, да, не остановится до такая, но не сделка, не посягание, причем оно было допущено по нарушению внешней обороны. Каждая особа имеет право на необходимую оборону, выделенная здесь, на другой стене, что это достаточно показание, вот, потому что я могу быть дальнейшим, а не было. Я вам не отвечу. 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 Я вам не отвеч
это видишь, не держит это Сейчас приходим в музыку, которая...